Всем привет, ребята. Сейчас мы вот эти все металлические конструкции красим серебрянкой. Вот она, серебрянка. Быстро сохнущая, атмосфера стойкая. Серебристая. БТ-177. Она относительно недорогая. Ну, поэтому, в принципе, ты и решил. То есть она сделана из алюминия, из пудры алюминиевой. Ну, алюминий вроде бы нормально относится к воде, поэтому я что-то решил серебрянкой. Ну, вот такие вот дела. Вот мы, получается, вот эту конструкцию, где поликарбонат ложится, тоже там покрасили. В общем, везде, и даже вот эту дорожку тоже красим. Ну, ладно, ребят, всем пока.